Сегодня в Черкесске в колледже индустрии питания, туризма и сервиса прошла праздничная линейка для обучающихся первого курса. Также для всех студентов преподаватели провели традиционные классные часы, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года. Подробнее расскажет Мурат Джанкезов. Солнечным и ясным выдался этот самый главный для всех студентов праздник – День знаний. Выступившие особое внимание уделили тем ребятам, кто впервые переступил порог этого учебного заведения. В этом году контрольные цифры приема на учебу выполнены на 100%. По всем направлениям на первый курс колледжа поступили 200 абитуриентов. А недавно колледж выиграл федеральный грант в форме субсидий для повышения качества образования и подготовки конкурентоспособных специалистов. Образовательный кластер среднего профессионального образования создается для того, чтобы образовательные организации подготавливали специалистов и рабочие кадры конкретно для работодателей, конкретно чтобы они были готовы сразу приступить к работе под запросы работодателя. Наши студенты всегда востребованы на рынке труда, трудоустройство доходит и до 90%. На расхват поварское направление, туристическая сфера услуг устраиваются на расхват наши студенты. На общем собрании в актовом зале сообщили, что с этого года студенты колледжа получат возможность дополнительно обучиться на двухлетних курсах по программированию и получить сертификат IT-специалистов. С 1 сентября этого года наш колледж будет участвовать в федеральном проекте «Год будущего», в рамках которого студенты первых и вторых курсов пройдут обучение программированию. Для этого мы их сегодня регистрируем на обучение. В ходе обучения студенты могут получить навыки программирования и получить документ о том, что они прошли этот курс. За многолетнюю историю сформирован узнаваемый статус Карачаево-Черкесского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Это среднее учебное заведение с интересной историей, богатыми традициями и высоким уровнем подготовки специалистов. А значит, будущее окончивших это учебное заведение весьма и весьма перспективно. Мурат Шанкезов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.